Достоевским. Так сказать, Федор Михайлович. Очень приятно. Я вас читал. Федор Михайлович, я журналист заводской газеты «Морской путь», Сергей Довлатов. 8 лет я сказал маме, что буду писать книжки. С тех пор ничего важнее для меня нет. Я хочу вступить в союз писателей. Это нужно для публикаций. Посылаю рассказы во все литературные журналы. Получил больше 100 отказов. Снежан. Франц Кафка. Очень приятно. Зачем вы это всем организируете? Пап, когда мы будем жить вместе? Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Мы запрещены. А если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Мне Брежнев снился, обещал помочь. Как вы думаете, вводить войска в Пакистан? Меня не публикуют, товарищ Брежнев. Представляете, все рукописи не опубликованы, школьникам на макулатуру отдали. Это же жизни чьи-то. Дай машину угоню. Прочтение будет. С утра возился с чешскими стихами. Вошла соседка. Его книжку стихов за границей напечатали в Америке. Язык – это то единственное, что выжило. Ты знаешь, мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу. Давай за Есенина, Блока, Гумилёва, Пушкина, Лермонтова. Не, ничего.